В августе солнышко. Всем здрасте. У нас сегодня... Сегодня у нас что, пятница уже, да? Последний рабочий день этой недели. И уже на день рождения. У-ху! Да, совсем взрослый уже. Уже исполнился 18. Можно за рулем теперь ездить. Без мужа, без родителей, сама по себе. Не 18, конечно. 25 вроде бы. Нет, 25 число. Пойдем прогуляемся чуть-чуть. В спокойной обстановке пару часов есть. Блин, ну что, вот так вот одно лето у нас вернется прям неожиданно. Для всех неожиданно. Реально прям греет хорошо. Это да. Это прям... Две недели назад совсем по-другому поглядело. Да я даже вчера вечером возвращался на мотоцикле. 23 после работы. Очень поздно вечером, а еще довольно-таки тепло. То есть потеешь. И ночью прошел мощный дождь. Местами стоят лужи в городе. Тем не менее, это все испаряется. И такая влажность воздуха повышенная. Нормально, я думаю, через пару часов опять духотень будет. Как-то так. Че, идем в город? Такс. Меня тут чуть-чуть подстригли. Но не это важно. Важно то, что сейчас будет у нас завтрак такой. Прикольно на карте название завтраков. Такие, знаете, веселые. Ну, не какие-то там заумные, а именно написано, допустим, кто долго спит завтрак. Или... кто там думает, или спортсмен, принц и принцесса завтрак, охренеть, завтрак колхозника есть, короче, морган латте, это утренний, типа, этот утренний настояк, типа, да, завтрак такой прикольный, вот он, весь список, вот этот вот веселый, нергля, вот это вот, да, короче, что, да, то же самое, да. Будешь анкроиться на здесь? Прикол. Прикол. Не, ну этот фитфайз, это уже у нас для фемита, если надо. Такие веселые названия завтрака подходят к этому с таким четким, тоненьким юмором. У них и карта здесь неплохая. Когда мы здесь год назад завтракали, да? Да, я что-то был. Мел в коляске сидел. Сейчас его в коляску уже не посадишь, он свалит. Вместе с коляской, скорее всего. Здесь классно, что мне нравится. Вот сидишь так туда, вот здесь вот столик и вот там. О! Ручеек такой, вода. Приток. Тут маленький ручеек идет в большую реку, которая 40 километров. 30, большая река там. На 30-40 от нас, если вот эта вот водичка туда, в ту сторону плывет. Прикольно сидишь, такая водичка желтит. Вот так же вот подъезжал, здесь остановился на машине и таскал здесь вот эти вот все пакеты. Теперь он, коллега мой приехал уже под пенсию. Все ездит. У нас вот такой завтрак сегодня. Днем рождения, еще раз. Такой сегодня приготовил так быстро. Солнышко, правда, куда-то пропало, но не страшно. У нас солнышко здесь. Все, кушай. Тебе вот нет, мне тостеры были. Ах, как вот эту красоту теперь есть? Непонятно. А, еще, кстати, кофе есть, да, тоже. Приятно, птица. Тучки. Прошел где-то час примерно, даже чуть меньше часа. Все, пошел дождь. Солнышка нет. Именинница сама. Именинницу веду домой, чтобы не потерялась. Она только родилась, маленькая еще может потеряться. Да! Вот такой вот
денек сегодня выдался. А все-таки погода с нами играет какую-то шутку непонятную вообще, особенно последний месяц. Вот буквально 2 часа назад было все шикардос. Ну ладно, не об этом. Едем на работу. Всем отличного настроения. Жена, тебе еще раз с днем рождения. Поцелуй. Расти большой, не будь лапшой. Нет, конечно же, желаю здоровья, счастья, любви. Думаю, что я знаю. Все остальное это уже в принципе есть. Да и это уже в принципе есть. Здоровье нам такого, сибирского здоровья. Оно в Германии не помешает. Такие вот дела. Всем хороших выходных будущих. У нас выходные на носу прям стоят. Как-то вот так. Дальше больше. Продолжение следует.